Когда возгорание началось, к рынку подъехало первое пожарное подразделение. В тот момент горел отдельно стоящий павильон из сэндвич-панелей. Судя по всему, несколько позже пламя успело перекинуться на соседние киоски. Пошла на улицу, думаю, покурю, выйду. Вышла, пахнет паленым, не пойму еще. Зашла обратно за телефоном. Телефон брала, ну пахнет паленым. Вышла, его тоже дым повалил. Что за помещение там дальше, непонятно. Такие же павильоны, рыбный салон, магазинчик, потом сигареты, потом ключи. А с той стороны газетный, кондитерская. Пожар начался рано утром, когда на рынке никого не было, кроме продавщицы круглосуточного магазина. Она почула запах гари и вызвала пожарных. Однако от полного горания павильоны спасти не удалось. Они полностью сгорели. Кто-то из продавцов предположил, что причиной стал поджог, чтобы устранить конкурентов к предстоящим праздникам. Другие считают, что все кроется еще глубже. У меня мама была, допустим, индивидуальным предпринимателем, работала здесь уже на протяжении 10 лет. И я думаю, что это все-таки замыкание проводки, так как у нас тек потолок. И это, наверное, все видели, даже все, кто здесь работал, это прекрасно видели. Потому что и лампы перегорали. Я ее первый раз в жизни глаза вижу. Я замдиректора рынка. Я ее первый раз в жизни глаза вижу. О каком замыкании электропроводки? А какой течет крыша, она говорит. Вообще, мне просто даже самой интересно. У нас есть журнал заявок, у нас все есть. Вы, конечно, извините, но вот этот бред, который она говорила, я вообще, если ты не согласна. Нет, ну а ваша версия? Мы вот этого... Версию мы ждем. Вот специалисты, вот сотрудники, мы содействуем им. Мы ждем от них заключения. Пока владельцы и начальство выясняло между собой отношения на товар, а вернее на то, что от него осталось, загляделся местный покупатель, который, по словам некоторых продавцов, якобы иногда приворовывает. Уйдите оттуда, и вас там заберем. Однако и без этого владельцы павильонов потерпели ущерб. Эти киоски, как нам сказали, не страхуют, а значит, денежной компенсации особо ждать неоткуда. Во время пожара сгорело около 15 павильонов. Площадь возгорания по подсчетам МЧС составила 180 квадратных метров. Повезло, что пострадавших на месте не оказалось. На место ЧП выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.